Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Сейчас скроем, посмотрим, что у нас здесь. Так, это скрепки. Вот такие вот скрепочки с Китая. Штрих-код какой-то. Так, стоимость этих скрепок около $2. Заказывал на сайте GearBest. Добрались они сюда довольно-таки быстро. Вот здесь вот оно открывается. Необходимо снять эту наклейку со штрих-кодом. Так, аккуратно получить. Снять у меня не получилось. Открываем его и посмотрим, какие у нас тут скрепочки. Так, вот я открыл эту коробочку. Вот такие вот скрепочки. Пластмассовые, разноцветные. Количество здесь должно быть, по-моему, 400 штук. Заказ добирался сюда где-то 2 недели примерно. Ну вот мы видим 24 июня. Получается, сегодня 13-е. 19 дней добирался. В принципе, довольно-таки быстро. Почти 3 недели. Дали группу ЛТД какой-то. В общем, ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим на GearBest, заказываем. Вот такие вот скрепочки. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.